Всем приветик! Мы сейчас приехали в наш городской парк. В общем, с самого утра не сидится дома, тем более сегодня выходной день. В общем, приехали пораньше, может, народу не особо много будет. Демка будет кататься на коньках. Вон у него там сумочка, да, с коньками. Сам несет. Женя с нами. Ну, Женя сейчас немного с нами побудет, потом уже по своим делам он идет. Мы с Зимкой останемся в парке. Погуляем. Мы даже этой зимой ни разу не приезжали кататься на коньках. Обычно у нас как-то каждую зиму мы ездим, а в этом году что-то как-то не было времени. А кто тебе нужен? Время, потому что еще 10 утра, еще, наверное, 10, да, Жень, даже нет. Ровно. 10 часов. Вообще все спят, выходной день. Все высыпаются. У нас сегодня погода хорошая. Солнышко светит, небо ясное. В общем, красота же. А, есть прокат. У меня есть только на карте залог. Наличку у меня нету. Заточку сделали, то не было вообще ни проката, ни заточки. Ну все, пойдем заходить. Давай, мы уже пришли. Ты кататься-то умеешь, Дим? Оп, оп. Фигуры есть. Молодец, молодец. Ну, чтоб с ним кто-то пошел. Ладно, он сейчас поймет. Что он один раз на лёде стоял.
обезьянка. Пришли сейчас с Димкой на площадку детскую. На коньках покатался часик, все, говорит, устал, не хочу больше. Ему это дело уже поднадоело. Да? Еще поедешь? Давай. Тарзанки пришли кататься. Держи. У нас тут рядом, тут получается детская площадка. И вот тут рядышком каток. Народу прибавилось уже. На льду. Вот. Хоть погулять. Погода хорошая, на улице тепло. На, садись. Здрасте. Аккуратно держишь? Только руки не отпускай. Опа. Мы нагулялись. Сейчас посидим в машине, попьем чаек. Налила в термос чай. Сейчас немножко остынет. Он Димке налила. Давай тебе эту беру. Тут тебе ничего не видно. Ой. У меня сил, Дим, не хватает. Я не знаю, как папа убирает ее. Я не могу. В общем, на коньках Димка накатался, на тарзанке накатался, на площадке набегался, да? Такой уже уставший сидит, говорит, я устал, поехали домой. Вот я не вытащу. На, ручки вытирай, бананчик будешь кушать? Конфетку дать? Только чай будешь? На, ручки вытри. Взяла на всякий случай, думаю, мало ли так, если есть захочет, банан, конфетки к чаю. Так, Жень, все, уже от нас ушел. Вот, по своим делам там у знакомой, в общем, все друзья собираются, там концерт какой-то, вот, знакомый будет их не выступать, вот они всеми друзьями собираются. В актовом зале будут смотреть, как она выступает. Вот он пошел. Так, сейчас. Может, поешь все-таки бананчик-то? Нет. Не хочешь? Ну-ка, Лен, еще горячая. На, маленькими глоточками пей, держи. Я тебе немножко налила. Маленькими, он уже почти остыл. Такой немножко горячеватый. А я себе взяла тоже железную чашку. Сейчас попьем. Хотели на природе, там прям на улице посидеть, попить чай. Я прям люблю, когда на улице мороз, пить горячий чаек. Но мне захотелось пакетом таскаться, потому что так и Димкины коньки, и сумка. Думаю, ладно, в машине попьем. На улице, кстати, я не скажу, что мороз, погода вообще просто шикарная. Вот я даже ходила без перчаток, руки вообще не замерзли. Так, а я съем конфетку. Сейчас поедем домой, пообедаем. Вот, и Димку буду укладывать спать. Идем на сон, да? Димка уставший сидит. Напрыгался, набегался. А я тут начала уже приготовление голубцов. Сделаю сейчас пережарку. Лук, морковка обжарила, посолила. И выкладываю в форму, в которой буду готовить голубцы. Сейчас все переложу. Это у меня тут мясо для Джека размораживается. Буду ему варить. Ой, ты скушал, мой молодец.
Наел сидим? Хорошо. А где ложка-то? Ложечку неси тоже сюда. Ложка-то где? Ты суп чем ел? Ложка-то где? У тебя, наверное, стали, я осталась. Тарелка вот, не было ложки. Она, наверное, на столе. Димку накормила супом. Так, голубцы у меня уже, можно сказать, наполовину готовы. Я с вчерашнего дня подстраховалась, отварила капусту кочанную, вырезала, как всегда, кочерыжку, отварила в подсоленной воде. Листочки все отобрала, брала в холодильник, срезала вот эту жесткую часть. Вот, чтобы листики были нежные. Фарш я тоже уже вчера заранее подготовила, потому что я знала, что мы с Димой сегодня поедем в парк на каток. И знала, что у меня времени на все просто не хватит. Ну, времени, может, хватило бы, но я бы очень устала. Вот. Голубцы мои. Подготовила фарш. Фарш у меня был ассорти, я сама крутила. Сейчас я сразу поставлю, чтобы сковородка нагревалась. Буду вам рассказывать такое дело и показывать. Где жарила пережарку, даже мыть не буду эту сковородку. Сейчас на ней обжарю голубцы. Я люблю, когда немножко листья капусты обжаренные, а не только протушенные. Вот. Значит, фарш у меня был ассорти, я его сама крутила. Курятина, говядина и свинина. Я как-то накрутила, сразу заморозила пластами. Вот, разморозила, сделала, отварила рис. Рис отваривала до полной готовности, потому что если рис отварить не до готовности, либо сырым его положить, то есть он всю влагу с начинки впитает, и начинка будет очень сухая. Поэтому рис я отвариваю до готовности, до полной. Так, что я еще туда добавила? Фарш получается, рис, лук, морковка. Обязательно обжарила я это все. Лук с морковкой. Ну и специи. Чеснок сушеный, хмель, сунелия, орегано немножко насыпала. Ну и соль, перец. Вот, фарш я тоже с вчерашнего дня подготовила. Сегодня утром я встала, с листочков срезала вот эту жесткую часть. Сразу так завернула и убрала в холодильник. Потому что я думаю, сейчас мы нагуляемся. Думаю, мне уже не захочется ничего тут крутить. А утром я полна энергии была. Так что заранее все подготовила, сделала. И в принципе все. Так, сейчас обжарю эти сначала, потом эти глупцы. Ну, такой для далекой румянки. Далекого золотистого цвета, вот так скажу. Так, дальше теперь мне надо сделать соус. Соус мне Сережа просил сделать побольше, потому что он очень любит когда соусом. Так, сейчас я подготовлю сразу все. Так, одну сторону я уже перевернула. Дальше, значит, беру миску, в которую буду готовить соус. Так, добавляю, ну, примерно вот 4 столовые ложки сметаны. Кетчуп, либо томатную пасту. Мне с кетчупом больше нравится. Ну, так примерно 3 столовые ложки. На глаз все. Так. Дальше у меня оставалась водичка, в которой я варила капусту. Я вот немножко отлила из-под капусты. Перемешу. Так, добавляю черный молотый перец. И так, на глаз. И соль. Так, вкусненько было. Так, еще хочу добавить сушеный чеснок. До полчайной ложки. Все как следует перемешиваем.
У меня и мама также готовила хлопцы, обжаривала их с двух сторон. Ну, не знаю, как-то привычу вот с детства так вот есть, чтобы слегка обжаренные были. Сильно я их не зажариваю. И водички еще найду. У нас соль надо будет попробовать. Так, смотрим. Ну все, вот. С второй стороны тоже обжарилась. Так, перекладываю теперь форму. Сейчас то, что голубцы не влезут, я их заморожу. Обжаривать не буду, заморожу. Ой, пускай будет. Лишнего не точно не будет. Все, обжарила. Голубцы обжарила. Получается на 3, 5, 8 штук. 5 штучек вот я переложила в пакет. И сейчас отправлю в морозилку. Потому что форма у меня небольшая. Так что, когда захочется, приготовим еще. Так, все, заливаю заливкой. Заливку на соль я попробовала, мне всего хватает. Еще я добавила в заливку немножко паприки. Вот так пока целую наливать не буду, а то неудобно будет не ставить, не вытаскивать из духовки. А вот это уже водичка все равно впитается в голубцы, потом еще вот в конце добавлю. Посмотрела, сейчас у меня закончилась фольга, поэтому буду использовать пергаментную бумагу. Она плохая, вот эта бумага, как-то ее купила, к ней все липнет, в общем, я ей не пользуюсь. Вот сделаю из нее крышечку для голубцов. Духовка у меня уже разогрелась на 200 градусов. Все, отправляю голубцы, ну, примерно там час, час 15. Спустя полтора часа голубцы у меня готовы. Я их сейчас вот так еще переверну на другую сторону, чтобы они пропитались со всех сторон заливкой. Тут, в принципе, нормально. Вот такие голубчики у нас сегодня будут на ужин. А в качестве гарнира отварю картофельное пюре. Будет очень вкусненько. Так что вот. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.